Этот фестиваль проходит в городе Выкса. На самом деле, один человек, личность, она может очень сильно преобразовать роль малого города, жизнь в малом городе. Это Ирина Седых, руководитель фонда ОМК-участия. Вот это та личность, которая организует уже четвертый год фестиваль в Иксе, и та личность, которая преображает культурную и социальную жизнь. Добрый день, дорогие друзья. Я являюсь председателем попечительского совета благотворительного фонда ОМК-участия. И вот 4 года тому назад, разрабатывая программу для нашего фонда, который в основном работает с детьми, мы как-то задумались, что бы интересного мы могли бы им предложить. И вот как одна из идей возникла идея организации фестиваля, которую тогда мы задумывали как некое событие. Те люди, которыми Россия сейчас гордится на протяжении уже даже не одного столетия, они зачастую произошли из малых городов. И мы хотим вновь вернуть вот это внимание к малым городам, потому что там много чего интересного, там очень много интересных людей. И, может быть, возрождение всей России, как мне кажется, оно пойдет не из столичного города, оно пойдет из провинции. Поэтому очень хочется как-то немножко сблизить столичные города, малые города, вспомнить о тех людях, которые вписали свои имена в историю России, напомнить об этих именах. Я могу вас пригласить на наш фестиваль, который состоится с 13 по 16 июня в городе Выкса. Приезжайте, смотрите, участвуйте, потому что будет огромное количество мастер-классов, очень много интересных выступлений в самых разных дисциплинах. Это и спорт, и танцы. В общем, будет очень интересно. Программу фестиваля можно посмотреть на нашем сайте. Я приглашаю вас к сотрудничеству. Спасибо большое. Это Шуховская башня, и мы понимаем, что есть юбилей Шуховы, есть большая башня Шухова, которая на сегодняшний день, мне кажется, совершенно уместная дискуссия, сохранять ее или не сохранять. Это, в общем, национальное достояние, национальное наследие. И этой же инсталляцией мы хотим поднять, в том числе, эту тему национального наследия, национального достояния. В заключение хочу сказать, что вот эти фигуры сделал художник Алексей Трегубов, он номинант на премию Кандинского. Идеальное такое сочетание формы и функции – это, наверное, Выкса, это объединенная металлургическая компания, потому что функция – это производство металла, но форма – это, наверное, самый лучший сейчас металлический прокатный стан для металла, наверное, в Европе. Это раз. Второе – это забота о людях. И третье, что для меня в свое время было совершенно неожиданно – это фестиваль «Артовраг», потому что это не, скажем, такой фестиваль из сундука, такой нафталином пропахший, лишь бы что-то сделать. Это креативное мероприятие, очень серьезное, очень сильное, и оно сейчас привлекает все больше и больше внимания и зарубежных архитекторов, и деятелей искусств. Пожалуйста, ленточки разрезайте.